компания Paolo Castelli начала свою работу в контрактном бизнесе и оттачивала мастерство работы с различными материалами. В этом году на выставке в Милане они представляют коллекцию, которая называется «Код», которая, помимо того, что демонстрирует действительно филигранную работу с металлом, с мрамором, с деревом, ну и, конечно, с тканями, также инспирирована великими мастерами, архитекторами, жившими в 30-е и 50-е годы и путешествовавшие между Парижем и Лондоном. Это имена такого ранга, как Ле Корбюзье, Карлос Карпо, Джо Понти, Мисс Ван де Роэ. И именно работами этих мастеров вдохновлена эта коллекция. Мы, безусловно, узнаем какие-то линии, но, конечно, это все равно продукт Made in Italy с этим шиком, присущим именно этому всемирно известному бренду. А на отдельном стенде на выставке Евролюще представлена коллекция светильников этой замечательной фабрики.